Друзья, всем привет, вы на канале toyskiv.com.ua. Сегодня на обзоре у нас детский пупс. Он полностью мягкотелый, который подходит, в принципе, деткам от 1 года, потому что ну, он мягкотелый, им никак не повредится. Что еще такое дополнительное? Мордаха симпатичная, шапка при желании снимается, и у него есть внутри механизм, который, если нажать, то слышно, как он работает, то есть музыкальный. Вот такой пупсик, материалы довольно приятные, ценник мы сделаем на нашем сайте самый низкий, также в описании вы можете найти дополнительную информацию про данного пупса. Всем спасибо за просмотр, всем пока.